Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Южноуральский циклон продолжает проливаться холодными дождями между Уралом и Иртышом, постепенно разворачиваясь ближе к Оби. А масса арктического воздуха после прорыва на юг Якутии готовится к развороту на Западную Сибирь. А теперь о погоде более подробно. В субботу, 2 сентября, в Новосибирске местами кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный 2-7, порывы до 12 метров в секунду. В темное время суток ожидается 10-12 тепла, в дневное время плюс 22-24. А теперь прогноз на последующие двое суток. 3 сентября в ночные часы без осадков и плюс 11-13. Днем местами кратковременные дожди с грозами и температура составит около плюс 25. 4-го дожди, днем местами сильные и похолодает. Ночью плюс 10-12 градусов, а в дневные часы плюс 16-18. Вы смотрели прогноз погоды западносибирского метеоагентства. На этом у меня все. Желаю хорошего настроения.